Строительство лесоперерабатывающего комплекса в Пинежском районе наткнулось на ряд трудностей. Об этом было заявлено на заседании региональной комиссии по инвестполитике. Комплекс возводят в рамках приоритетного инвестпроекта. Возникли проблемы с подключением объекта к электросетям. Инвестор и энергетики не могут найти компромисс, ведь цена вопроса — миллиард. Глава региона потребовал от сторон в кратчайшие сроки принять решение, которое устроит всех, так как на кону создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры района. Мы с вами должны смотреть внимательно, как это полагается, не только на новые проекты, которые нам предлагают, но и, конечно, на сопровождение проектов, которые уже нами одобрены, и оценивать ситуацию, как они реализуются, с какими трудностями сталкиваются и на что следует обратить внимание. Есть вопросы и по другому инвестпроекту — строительству пансионата для пожилых людей, инвалидов в Архангельске. Здесь требуется подключить объект к сетям канализации, но прежде их нужно отремонтировать. В муниципальном бюджете средств нет. Игорь Орлов поручил до 10 декабря представить варианты решения этого вопроса.